Привет. Не, ну же, давай, видео. Он опять это, начинает. Это Маша. Мы сейчас вместе, где работал Виктор Цой в Санкт-Петербурге. Вот. Мне здесь очень-очень нравится, интересно. Вот, очень атмосферно. Сейчас играет здесь музыка его, и сделано что-то вроде... Ну, такого места, где люди приходят, пьют пиво, едят и вспоминают ну, его музыку, творчество. Дай, пожалуйста. Смотрите, вот как это выглядит. Очень